укулеле. Остатки моих мучений. У Ляны туса джуса здесь 30 июля. Это новый влог, сегодня среда. И я встала недавно, начала убираться. Сейчас покажу, что сделала. Смотрим. Я завалила все сюда, потому что все лежало в полке, плюс на мне еще две штуки висят. Это просто. У нас были парни, Ляна вообще ни разу не надела, а у нее уже почернело. Я скучаю по Шейну. Ну, кстати, вот это мы купили в каком-то магазинчике на Центральном. Это Салика. Это мне Даяна подарила. Вот так. Сейчас буду играть на укулеле, потому что у меня очень короткие ногти. Вот, смотрите. Я не знаю, как так вышло случайно, но дизайн классный, мне нравится. Ставим лайк. Очень давно не играла. У меня есть такой блокнот с аккордами, с текстом даже. Иногда я сама писала аккорды, вот тут вот я писала сама. И вот это я сама придумала, это моя гордость. Может быть, в интернете такое есть, но я, честно, не смотрела. Я сейчас сыграю песню «Монеточки», «Последняя дискотека», но без слов. Вы можете подпевать, давайте. Обзор на моем укулеле, тут у нас Леди Баг, конечно же. Думаю, еще наклеить стикеры с токийскими мстителями. Все в планах сегодня сходить по секондам и показать вообще город. До этого мне нужно сходить на Wildberries еще, потому что у меня убитый спонж, и невозможно краситься. И я наносила тон кисточкой. Да. Так мы выживали. Наконец-то они приехали. Доставка была очень долго. Там 4 дня, хотя обычно на следующий день все приезжало. Плюс заказала себе такие прикольные штуки. Например, носки. Вот еще такую штуку для богатяшек. Такую, знаете, как у Кэсси. Надеюсь, они приедут во время влога или нет. И если это будет один день, то не войдет. Но если несколько, то да, все покажу. А если нет, то в своем телеграме. Смотрите, какой красивый ивент. Это новая карта. Вот такая. Вчера вот открыла немножечко. Добавляемся в друзья. Сейчас я покажу, какой мой UID. Мой стендик. Ну, вот так вот. Ладно, посты в телеграм свой пустит. Посты пустит. Да, я... Протерла пыль, расставила все по местам. Посмотрите на эту красоту. Единственное, я бы вот эту книжечку Джен Эйр вытащила куда-нибудь сюда. Но неважно, пусть там стоит, растает уже. Это вот издательство, конечно. Это самое лучшее, что могло быть. И вот это мне, в принципе, нравится. Вот это я не люблю, оно пачкается постоянно. Коллекционер в таком же издательстве. Кстати, это про маньяка одного. Как он только им стал, я отходила неделю. Я так долго потом думала. Просто красота, скажите. Остатки моих мучений. Пластыри, которые уже не нужны. Это, по-моему, обезбол. Нурофен. Я не могла глотать большие, поэтому это вроде маленькие. Или наоборот, эти большие. Ну, в общем, вот если это большие, посмотрите, сколько я мучилась, потому что у меня не было другого обезбола. Это метафер, у меня низкий гемоглобин. Остатки здесь. Я, наверное, вообще просто сюда положу и все. Сейчас нужно зайти на Wildberries, забрать мои спонжики, матерюшки, салфетки. Потом уже дальше. Я успела и поздравила ее вчера. Она написала мне спасибо. Вот такие заказы. Все по 2 штуки, как положено. Нам сюда. Там теперь озон. Песня дня — это скриптонит «Любовь».
это любовь. Человек-паук. Короче, она такая, я спокойно, короче, думаю, вау, ну прикольно, Человек-паук в Уфе, стишка в руках. И думаю, ну ладно, потом поговорим с Алиной об этом. И она на всю улицу орёт. Это же Человек-паук! Как людей заманивают, вот умеют. Зашли в жизнь Март, здесь продают аниги. Цены зависят от того, что будет внутри у вас. Мы сели здесь, потому что на улице вроде начинается дождь. И тем более здесь можно. Еще там есть маленький магазинчик, ты делаешь какие-нибудь украшения, например, и оставляешь здесь. И все, ну, это оплачивается. Видите, какая прикольная. И стоит всего 130 рублей. Еще мне понравилось вот это. Сейчас еще посмотрю. Ну вот, вот так вот они все пишут. Да, столько мама варит кофе, я не знаю. Он работает уже, что ли? А он уже еще и работает. И в Бургер Кинге вообще хотела показать, что там второй этаж на свежем воздухе. Представляете? Еще я не могу налюбоваться своими наборами. Я вот так закрепила, чтобы весь мир увидел красоту. А то под кофтой не видно. Идем вот по этой улице. Я спрашиваю, куда нам, точно туда? Она говорит, ну да, или вон туда. Тут прям эстетик сторона Уфы, я считаю. Там еще сейчас покажу. Вот, вот это здание мне нравится. Стареющее. Мы нашли Через ухо пролетело. Мы нашли Свердловский. Там есть еще один секонд Мюнхен, потому что тот был закрыт. Ой, кстати, тоже вижу вот это вот кафе Friends. Но... Дина сказала, что там не очень. Тут мы раньше брали наклейки. Мы их коллекционировали, обменивались, а потом этот блокнотик мама благополучно кому-то отдала. Кому отдала, не знаю. Пойдем. Я бы хотела найти и забрать его. Тут можно просто прийти и поработать. Мне кажется, да. Раньше здесь входа не было. Я нашла H&M. Такая вайбовая вещичка для ятукейных. Скажите, класс. Сижу, жду Ляну. Она нашла офигенное болеро. Сейчас она его померит, скажем как. Нам она не понравилась, не подошла. В итоге идем домой. Ну не домой, куда-нибудь там гулять. Кстати, есть там одно место Джонни Кейк, сейчас расскажу. В Джонни Кейке он находится практически на арте. Подают торты кондитерские. Это не магазины какие-то, а реально изготавливают кондитеры, готовят их. И все, вы кушаете. Очень вкусно, по-моему, один кусок стоит 280 рублей, но зато он будет очень вкусным. Я об этом мечтала, потому что, чтобы поесть такой торт, нужно было бы заказывать либо бенто, либо целый. Добежали. Я не знаю, что за день разочарований. Там осталось пару тортиков и все. Да там только медовый. Не снимай меня. Там только медовый остался 280 рублей. Остальные дороже. Там черничный, который я не люблю. И манго с маракуйей. Зашли на арт посетить. В итоге здесь какая-то кавер-группа. Какая здесь красота. Вот там выступала. Или будет выступать, не знаю. Пока мы отдыхаем. Мы вовремя. Мы не можем найти место, куда нам просто сесть, потому что ближайшие кондитерские это брауни, которые нам нравятся. Зашли в Мама варит кофе, там ничего особо нету.
Это тесный мама варит кофе, не там, которая покруче, а вот тут. Поэтому мы сейчас что-нибудь поищем, а потом пойдем. Там еще и вход перекрыли, вот там вот. Его с днем рождения так поздравили. Еще класс, да? Надеюсь, здесь мы не разочаруемся. Как переводится, да? 536. Ну как? Ну, он мне почему-то уже разонравил. Я его, наверное, конечно, переела. Его много. Но он очень вкусный, да. Тут на скидку все пришли. У меня красный бархат с картошкой, а у нее чизкейк с картошкой. Мы еще брали чай, малины и мята. Очень вкусно, нам понравилось. Теперь ждем, пока лень закончится. Мы еще думаем, сейчас встанем, пойдем. Я посмотрела, а там йод. Угу. После дождика вообще не холодно, идеально. Ульяна Тусаджуса здесь 30 июля. Повела меня специально этим путем, чтобы посмотреть, как сюда заходить. Мы, кстати, не знали, где находится мюзик-холл до этого. Теперь узнаю. А, вот еще куда-то меня ведет? Да. Ну, туда вот она говорит. В Париже. Да, мы в Париже. Ну, прелести Уфы. Обзор на стену. Пройдемте дальше. Это наш экскурс. Кому QR-кодик? Дом Ленина. Лена доказала нам свою правоту. Просто до этого я снимала, мне не понравился Дубль. Здесь мы будем миллион раз. Со школой, с колледжем. Очень удобные у него лестницы были. Но он вроде богатый был, да? Мы пришли домой. Нет, конечно. Блин, он показывает мне какого-то недавнего. Нет, я не хотела сказать, потому что в новостях писали, что он мог снять свои фото. В общем, я устала очень сильно почему-то. И все, я больше ничего не буду снимать. Спасибо за просмотр. Всем, всех люблю. Всем пока. У меня один день, чтобы все это смонтировать. Как вы думаете, я смогу? Ну, грызет моё желание.